Управление Федеральной миграционной службы по Ноябрьску перешло на новый график работы. Соответствующее распоряжение подписано на уровне округа. В течение 2 недель сотрудники ведомства будут работать без выходных. Кроме того, увеличились и часы приема граждан. В первую очередь это связано с традиционным наплывом людей, которые собираются летние каникулы провести за границей. С полным графиком работы ведомства можно ознакомиться на его официальном сайте. Адрес вы сейчас видите на своих экранах. Нас перевели на особый режим работы на 2 недели, с 1 по 14 число. Отдел работает до 8 вечера без выходных. Мы выдаем паспорта и воскресенье, понедельник с 9 до 8 вечера с перерывом на обед с 12:30 до 2.